Ну все, наконец-то мы на базе. Глеб тут водичкой заправляется. О, как я скучал. Чем мы заведем? Ну что, мы дальше в своей стихии развлекаемся теперь с Таурегом. Что-то долго начал заводиться. Мы думаем, та же причина, что и на корчах. Об этом попозже расскажем. По Таурегу работа продолжается. Он уже почти готов ехать в Красноярск. Красота! Тормоза все обслужили, поменяли. Масла такая же беда. Диски тормозные поменены. Не успели мы вернуться из Красноярска, как у нас кипит работа. На Тауреге новые тормозные диски, колодки, масло. Вадик говорит, что все рассказал, но это мой сторис, поэтому я буду рассказывать все, что хочу. А еще у меня стоит грязный чайзер, и мне некогда его помыть. Потому что я собираю редуктор. Вот такие вот дела. Еще какую-то фигню про вот этого хотел сказать, но что-то он ничего не придумал. Поэтому просто потанцуй. Некогда ему работать, чувак. Человек без турника соскучился. Сейчас будет наверстывать. Давай, потом я даже подтянусь. Пойдет. Посмотрим, Вадька соскучился по турнику или нет. Схватил, по крайней мере, как родного. Дальше как пойдет. Ты не смейся там, хуярь давай. Видимо, тренировки в спортзале в Красноярске дали свой эффект. Оказывается, не только сторисы там были сняты, но и тренировка проведена. Пойдем. Так, а я тем временем у себя в кабинете. Строю планы по ремонту. И любуюсь вот таким видом из окна. Просто шикарно.